Всем привет! Вы на канале Поддубных. Вот, сегодня была рыбалка, я уже отрыбачил, хотя еще довольно рано, но утренний дождь меня полностью промочил, я весь мокрый. Вот, своих 3 щуки я взял, одну мелкую выпустил, ну, 2 забрал. Вот такие вот рыбы у меня здесь в бочке сидят. Значит, я хотел сейчас сделать небольшой видеообзор вот такой штуки, вот, которая у меня появилась недавно от фирмы Борика. Это крепление для спиннинга. Сейчас я ее распакую и посмотрю, где мне ее лучше на лодке установить. Итак, распаковываем. Скажу по секрету, такую штуку можно купить в магазине Капитан или на сайте Капитан Юэй. Вот, там есть разные такие бревомбасики. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Так, вот такое вот крепление для спиннинга. Здесь есть специальные элементы крепления, здесь есть клей. Клей, обезжириватель, скорее всего. Вот эта пластина клеится на борту лодки. Сейчас я это вскрою. Теперь нужно найти место, где мне ее установить, чтобы это было мне удобно. Далее сюда 4 винтами крепится специальное посадочное место, в которое вкручивается уже сам держатель. Вот таким вот образом. Вот. Ну а сюда уже, естественно, ставится спиннинг. От Макара. В общем, прикольная штука, и при транспортировке лодки удобно тем, что это все снял, а это крепление, оно остается на лодке, оно не сильно выделяется с интерьера самой лодки, поэтому я думаю, что эта штука будет очень полезна мне. Вот, теперь я буду искать, где ее установить, где чаще всего я работаю спиннингом. Так как я рыбачу бортовыми удочками маленькими, нужно сейчас подумать и определить, где ее лучше поставить. Итак, я привинтил посадочное место к вот этой штуковине, которая крепится к монтажной площадке. Вот, в нее вставляется сам держатель. Нажимаешь и фиксируешь, и он уже не выйдет. Здесь есть фиксатор. Вот, и теперь его нужно где-нибудь установить. Здесь написано даже, как устанавливать: вдоль надувного борта по направлению стрелок, и вот так вот у меня будет стоять спиннинг как бортовой, так и спиннинг на хищника. Вот, можно, если идти на моторе, можно вот так вот его выставить, опустить вниз, и троллинг с двух сторон, можно 2 спиннинга поставить и идти троллить. В общем, очень классная, полезная штука. Большое спасибо ребятам с магазина
Капитан. Ставьте лайки. Всем счастливо. До новых встреч. Встретимся на рыбалке.